Пришли с дочкой в магазин, никого не было, а через пару минут уже очередь образовалась. И так было несколько раз. Это что значит? Это говорит о том, что вы счастливые люди и притягиваете материальное благополучие в свою жизнь. Об этом это и говорит. У меня тоже так часто очень происходит. Обычно, куда течет любовь, туда текут и деньги. Любовь течет к вам, потому что вы красивые, потому что вы ухоженные, потому что вы себя любите, потому что на вас смотрят и вы нравитесь людям. Это такая особенность. Почему люди наряжаются? Люди наряжаются, потому что на них смотрят, любуются, в их сторону текут деньги. Это проверено. Если приехать в Турцию, очень часто можно вот в пятницу, в субботу, в воскресенье увидеть таких полных жителей из Стамбула, которые такие пузыри красивые, такие взрослые мужчины с бородами, которые ходят с очень молоденькими и очень красивыми девушками за ручку. Это ничего не значит. А почему это ничего не значит? Мужчина, скорее всего, этот бизнесмен, и, скорее всего, у него есть даже семья, и, скорее всего, даже в семье никто не против, что он с этой девочкой ходит. Но я вам наверняка могу сказать, что этот мужчина не спит с ней, не желает ее и даже не хочет ничего с ней иметь. И даже платит ей за то, чтобы она рядом с ним ходила. Для чего это нужно? Потому что они знают, эта магия очень развита, такая в тех странах, и там знают, что если ходить с красивой женщиной, которая любуется, то в эту сторону начинает течь любовь, потому что смотрят на такую женщину красивую, говорят, ай, какая она красивая, вот какая красивая, Аллах ей дал такие красивые глазки, Аллах ей дал такую молодость, какая красивая. И облучение, которое происходит, это называется любовь. Она течет в сторону не одного человека, а того, кто рядом находится и за ручку держится. Так, походил с молодухой, а на следующий день там директор завода походил с молодухой, у него больше заказов на заводе, больше продаж в магазинах и так далее. Так устроена система. Также и у вас, к вам течет любовь, вас любят дети, вас любят кто-то, поэтому вы зашли и сразу же начали идти покупатели. А как вообще в магазинах все закрывается? Когда в магазинах все закрывается, то это выглядит так. Девочки друг друга ненавидят, ненавидят администратора, ненавидят то, что они там торгуют, ненавидят людей, которые заходят. Все им не нравится. И вот им не нравится, и они отталкивают. А потом, когда кто-то заходит, которому что-то нравится, то в этот момент начинают приходить покупатели. Получится ли заняться, спрашивает Рано.